Снова Мишустик с вами и своими словами. В период самоизоляции оказалось очень много возможностей посмотреть телевизор. Вот. Чаще всего можно посмотреть сериалы. Назовем их условно, как в недоброй шутке советских времен, точнее перестроечных, менты, кенты и понты. Многие из них сняты давно, некоторые совсем недавно, рекламируются свеженькие. Главный герой может быть мужского пола, может быть женского. Но создается впечатление, что все это сделано с одного сериала. А потом только подставляются новые реалии. Если мы возьмем фильмы про советскую милицию, то там глубоко положительный герой борется с глубоко отрицательными и наставляет на пустительный болтающихся между полюсами свидетелей, преступников, лиц с криминальным прошлым и так далее. Чтобы советский милиционер пил водку, и тем более пил водку на работе, на рабочем месте, Такого, конечно, увидеть было невозможно. Помнится, в свое время министр обороны, уже ельцинских времен, издал приказ о запрете военнослужащими пить в рабочее время на рабочем месте. Ну, как множество приказов, которые у нас издаются, он оставлял лазейку для широкого толкования. То есть получается, что если в рабочее время, но не на рабочем месте, то можно, а если значит, на рабочем месте, то сразу после работы, пожалуйста, хоть залейся. Далее, значит, вот это питье водки, вот это вот проставление, вот это вот обязательный ритуал, так сказать, выпивания со, со смаком, с хрустом закусывая, видимо, является атрибутикой нашей цивилизации. Поэтому публика, грубо говоря, просто не поверит, если пресловутые, так сказать, полицейские не будут этого делать а, с регулярностью часового механизма. Следующий момент ⁇ это неустроенная личная жизнь персонажа. Если это мужчина, то у него а, подозрительная тяга к женщинам. Ну а если это персонаж женский, то ее неустроенная личная жизнь так или иначе устраивается через какого-то сотрудника. Добавляя к этому рассказу то собачку, то дочку, то дочку и собачку, то взрослого сына то бывших мужей или жен, вносится какой-то, так сказать, элемент лирики. Разумеется, я к тому, что все эти фильмы плевка не стоят, и единственный сериал, в котором этого нет, это сериал «След». Там все, так сказать, личности, все актерские моменты хорошо проработаны, ни о какой водке, ни о какой, так сказать, запутанной семейной жизни – Речь не идет. Но дело в том, что сериал «След» фантастический. Потому что такой организации, как ФЭС, в природе не существует. Как не существует таких глубоко положительных персонажей с такими изумительными, красивыми отношениями на службе. Во всех остальных вариантах продажное начальство, глуповатое начальство, глуповато продажное начальство, начальство, застрявшее на каких-то пунктах, ну и, конечно, безупречный герой, который бьет по морде правых и виноватых, этакий жесткач демонстрирует, не соблюдает никаких законов. Ну а в сериале, например, под названием «Дикий» вообще непрерывно пьет и в кабинете, и, так сказать, по ходу расследования, и откровенно этого не скрывает, и, в общем... Как говорится, эта подробность смакуется, видимо, как предельно достоверная.